упал, всегда проблемы были. Фоме спрашивал очень много денег, сиденек у Елены и его сотрудник, помощник Владимир Владимирович. Вот, у него всегда упал, проблемы были. Из-за одной песни про Серкис я что, в тюрьме сижу? Из-за одной этот песни? Из-за одной песни что, я должен здесь сидеть? Нет, конечно. Это мой талант, я буду продолжать еще. Еще много буду продолжать. Меня зовут Митя Астраханинский, сижу здесь в тюрьме, как бандитский. Меня зовут Митя Астраханинский, сижу здесь в тюрьме, как бандитский. Есть люди, которые меня боялись. Есть люди, которые меня боялись. За это меня арестовали. Есть люди, которые меня боялись. За этого меня арестовали. Поддержит меня мужики азербайджанские. Поддержит меня мужики азербайджанские. Меня зовут Мехти Астраханинский. Сижу здесь в тюрьме, как бандитский. Я вас накажу. Я иди уже.